Так, мы в городе Рига, на Элизабетас 2, ищем киоск для коллекционеров. Он находится в бизнес-центре, здание бывшего ЦК КПСС, а сейчас здание, которое называется Paso Stranicopa Center, международный центр, бизнес-центр. Заходим по двери. Так, вот он, киоск для коллекционеров. Такой большой, красивый. Хорошо, пойдем что-нибудь спросим. Добрый день. Скажите, у вас есть бумажные деньги всего мира? Да, есть. Покажите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Угу. Много разных стран у вас? Это современные, да? Современные банкноты. А старые есть у вас? Старые есть тоже. Покажите, пожалуйста. Да, пожалуйста. А, вот, векселя есть, испанские. Здорово. Угу. Венгерские деньги. Немецкие. Оккупационные есть, да? Угу. Да, много раз. У нас большой выбор банкнот. Приходите. Хорошо, спасибо. Обязательно придем. Пока.